Пригласили друзей домой и стали молиться.
và chúng ta cùng cầu nguyện để đủ sự tuyệt vời và thánh linh nó để chúng tôi chúa yêu chỗ này không chỉ của dân người ý rất đủ của người và còn đi ra chỗ khác nữa Там нужно нести Евангелие. И мой папа оставлял все. Садился в поезд. С мамой, с маленькими детишками. И ехали туда. 5 лет там жили. Рождалась снова церковь. И снова Дух Божий говорит, езжайте в другое место. И пришло время, когда мои родители уходили в небо. И Бог им сказал, за то, что вы были послушны моему духу, я ваших детей благословлю. И ваши дети понесут огонь пробуждения во многие страны. Я сегодня живу. Не потому, что я особый. А потому, что родители трудились. А я вошел в их труд. Это их труд. Это их труд. Мы ничего не заработали. И это они платили с ним. Я уже 6 раз был в Китае. 6 раз. То есть солдат, а ты был? Мы там работали. Мы провели конференции. Я хочу вам сказать. Все узники уже вышли на свободу. Мы за просто, но сегодня в Китае можно купить Новый Завет за $1. Государство типографии печатает их. $1. Новый Завет. В коммунистической стране. Кто мог поверить? Господь. Аминь. Аминь. Сегодня мы покупаем их дома. Властям разрешили свободно проповедовать Евангелие. В Харбине много молитвы домов. Там большие красные кресты стоят. Издалека видишь, что да, это верующий храм. Это там большой красный крест. Можно идти. Нам иностранцам не разрешают проповедовать. Они 3 дня живут в гостинице. Они там завтракают, обедают и ужинают. И мы это проплачиваем. Со мной приехал бизнесмен, мой друг. У меня нет денег, я пастор, у меня нет денег. Но Бог через таких верных людей, как он и его жена, и подобные ему. Помогают. Мы сегодня будем молиться за него и за его бизнес. И вы знаете, сейчас там огонь Божий. Мы совершаем молитву. Мы возлагаем руки на них и молимся. И огонь Божий приходит. И дары Божьи открываются. Они начинают пророчествовать. Они видят Божье видение. Они смелые. Они не боятся уже. Они говорят, мы верим в нашу страну. Бог нам показал шелковый коридор. Мы
Мы пойдем в Афганистан. Мы пойдем туда, в Палестину. Мы пойдем в Ирак и в Иран. Бог нам сказал. И я верю, они пойдут. Я верю, они пойдут. Вот очень сегодня. Я приехал к вам. Я вас не знаю. Но я хочу честно с вами работать. Сотрудничать. Мы хотим вместе молиться. Проводить конференции огненные. Делиться Божьим откровением. Зажигать Божьи сердца. И спасать молодежь. Молодежи не удивишь деньгами. Молодежь деньгами не удивишь. Им нужна сила Святого Духа. Много сегодня наркотиков употребляют, курят, наркотиков. Врачи не могут помочь им. Кто может поможет им? Вы пастыри лидеры. Иисус вам сказал, возложит руки на больных, на каких больных? На алкоголиков. На зависимых людей. На больных. Возможно, руки. И они будут здоровы. Потому что через ваши руки подаются дух. Аминь. Я верю в эту силу Божию. Я верю в эту силу Божию. И поэтому мне не важно, в какой ты церкви, по каким ты флагам собираешься. Но это твое сердце. Отца. Сердце Отца. И ты любишь людей. И хочешь их спасать. Я сегодня здесь. И протягиваю тебе руку. Давай вместе. Так ты так умел. Будем спасать молодежь от нас. Давай сделаем так. В этом городе, и во многих городах, загорелся Божий огонь, чтобы тысячи спасались. Ты скажешь, невозможно. Посмотри внимательно. Я был в СССР. Бог поменял мою страну. Сотни, тысячи спасенных людей. Сотни церквей открыто. Люди свободно проповедуют. Я живой свидетель. В Китае. Первый раз, когда я приехал, за нами следили. За нами следили. И нам пришлось крутить, чтобы уйти. Мы собирали службу вначале. Ночью собирали. Но сейчас? Почему? Бог открыл дверь. На одной конференции. Мы молились. Это было 1987 год. И Дух Божий сказал, я буду открывать бамбуковые двери. Бамбуковые двери. Я буду открывать. Бог еще тогда говорил. А я хочу вам сказать, лидеры. Ныне исполнилось Божье время. Или ты пойдешь? Или ты останешься? Бог найдет людей. Бог возьмет их людей и поведет. Но сегодня будет шанс. Сказать, Боже, я люблю свою страну. Я хочу перемен. Я хочу видеть спасенных много людей. Я хочу это. Я пастор не богатый. Я пастор не богатый. И как апостол Петр сказал, серебра и золота нет у меня.
như là số kia nó là hàng mà không có. Money is Boshe gold. Nhưng mà tôi có lừa của. Yes, but credit is Boshe. Tỏ ra như thế nào? Yes, but what are the issue? Mà tôi có những điều đó. Anh ấy đang ở trong lưu vực kinh. Sai đó, mất thông tin mà. Amen. Và tôi muốn trích dẫn vào. Và lại tôi kêu các bạn. Not truth. Để cùng làm việc. Для работы. Làm việc. Мы в своем городе Сакраменто. Và chúng ta có một lúc ở thành phố này. Два раза в год. Hai lần trong năm. Giving conference. Và cùng nhau tổ chức đại học. International conference. Đại học quốc tế. Người nhiều người tập với nhau. У меня много друзей китайцев. Ой, мы тут не были рады. Я немножко говорю по-китайски. Был бы. Немножко. Ниха. Еще другие вещи. Я немножко говорю по-филиппински. У нас есть мексиканцы. У нас есть корейцы. У нас есть другие люди. И мы вместе собираемся. Беремся за руки. И молимся. И славим Бога. И люди приходят. Что вас вместе соединяет? У вас кожа разная. Лицо разное. Я ваш. Я свой. Амин. Мы братья. Его сердце. Живет Иисус. И в моем сердце живет Иисус. Он спасенный. И я спасенный. Мы братья. Амин. И не важно, в какую церковь ходит. Его пастор. Является моим пастором. Аминь. И мы вместе. Этого дьявол боится. Дьявол боится. Но Бог это любит. Не будет говорить. Аминь. Я рад за вас. Тоже будем. Я бы хотел сейчас вместе помолиться. У меня есть много чего сказать. Я только коротко скажу одну мысль, главную. В 2011 году мы имели от Бога откровение, что по всей вселенной начинают ползать змеи. Змеи. Есть зеленый змей. Это алкоголь. И он жарит людей. Много пьяных. Кто видел зеленого змея? Никто. Но мы видим людей пьяных. Аминь. Они есть змеи. Есть белый змей. Вы знаете, это наркотик. Он не видел. Много молодых больных. Есть розовый змей. Розовый змей. Это расхват. Это панография. И молодежь смотрит. И змей жалит их. Они есть. И Бог сказал. Если ты Адам, не будешь поражать змея в голову, то он тебя будет жертвовать. Амин? Когда вы послушали ее? Когда грех приходит в твой дом, что ты делаешь? Или поражаешь его? Или он тебя жалит? Аминь? Поэтому Иисус говорит, в этом году, 2012 год, это год откровения. Я думаю, что у вас тоже, как и в Китае, люди переживают год дракона. Аминь? У вас тоже год дракона был? Бог говорит, Псалом 90, если ты побеждал змея в голову, зачем дал Бога?
В этом году, в 2012 год, у тебя будет духовное сражение. Не против этих змей. Но моя Библия говорит, ты будешь поражать льва и дракона. Амен? И льва и дракона. Поэтому Бог нам даст сильное оружие. Поражать этого дракона. Аминь. Это откровение. И последнее. Что бы ни случилось в этом мире, возьми это слово. Книга Даниила. Написано. Люди Божьи прочитают и умножится видение. Прочитают и умножится видение. Какое видение? Послушай, какое. Книга пророка Даниила. 11 глава. 32 стих. Люди Божьи на всей вселенной. И русские. И американцы. И китайцы. И вьетнамцы. Усилятся. И будут действовать. Скажи, буду действовать. Еще раз. Хэндо! Усилия действовать. Аминь. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сейчас помолились. Благословили друг друга. И сказали, Господь, мы пойдем. Мы будем еще здесь встречаться. И я благодарю за этого человека, то мы с ним встретились. Я не могу говорить по-вьетнамски. Я могу по-английски говорить. По-украински, по-русски. Но, может, примерно иные языки вьетнамские для меня. Очень важно. Мы будем встречаться с пасторами. И мы хотим провести конференцию. Конференция будет иметь название. Огонь пробуждения. 2012. Я знаю, что вы хорошие пастора. Но вам нужен Божий огонь. Вам нужно Божье видение. Вам нужно Божье оружие. Сильное оружие. И только вместе. Мы можем победить красного дракона. Аминь? Нам нужна молитва. Поэтому мы будем встречаться. Мы будем молиться. И если Бог что-то проговорил твоему сердцу, если сегодня Бог что-то сказал уже твоему сердцу, и у тебя есть желание, я говорю открыто. Я приехал сюда. Мы не открываем новую церковь. Я не могу это сделать. Это вы будете открывать. А я приехал к вам послушать. Не своими немощами, а Божьим дарованием. То, что Бог дал мое сердце. Я знаю, что у вас тоже есть много благословения. И вы мне послушайте. Аминь. Мы устали от религии. Мы устали от религии. Мы хотим свежего откровения. Мы хотим Божьего огня. Мы хотим водительства Святого Духа. Мы это сердце хотим. Аминь. Я бы хотел сейчас, как одна команда, давайте возьмемся за руки и просто помолимся Господу. Вместе помолимся. Пожалуйста, давайте помолимся. Пожалуйста, пройдите.